Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Кондрашов, и сегодня у нас новый гаджет. У меня был день рождения, и мне жена подарила вот такую вот интересную вещь. Для всех владельцев GoPro это, в принципе, интересная такая штука. Это стабилизатор. Хочу поблагодарить магазин GoPro Market за данный аппарат. То есть Настя покупала его там. И вообще у них есть группа ВКонтакте, я очень часто туда выкладываю свои видео. И достаточно часто в этом магазине что-либо покупаю, поэтому вам тоже рекомендую. Так, что это такое? Еще раз давайте. Это стабилизатор, который делает картинку в GoPro максимально стабильной. GoPro достаточно давно обещает сделать стабилизацию в своих видео, но в экшн-камерах сделать электронную стабилизацию достаточно сложно. Ее можно сделать программную. При этом она теряет свой смысл, потому что вы можете также в любой программе эту же стабилизацию сделать. Поэтому, я так понял, GoPro в GoPro 4 не стала делать стабилизацию. Такая штука будет полезна как для GoPro 3, для GoPro 4, в общем, для всех видов GoPro. Она делает картинку более стабильно, то есть вы можете бежать, там прыгать, что угодно делать, при этом будет стабильная картинка в трех направлениях, то есть трехосевая стабилизация. Точно такие же используются на квадрокоптерах. Давайте откроем, посмотрим, что здесь такое, что внутри. Сделаем так называемый всеми любимый анбоксинг. Так, оп, в сторону. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Ну, инструкция, я так понимаю, зарядка. Причем, прошу сразу заметить, 4 батарейки и зарядник на 3 батарейки. What the fuck? Как такое может быть? Непонятно. Надо производителям написать, как они вообще это. Им было лень, что ли, доделать одну зарядку. Так, это аккумуляторы, причем... Аккумуляторы какие-то no-name. ACR, что-то там. 16340, ладно, понятно. Надо будет дополнительный аккумулятор, потому что эта штука всего 2 часа работает. Это, опять же, еще один минус. Так, ой, что это такое? Какие-то провода. В общем, не, главное, чтобы не надо было ничего паять. Блин, все нежное такое. Даже не знаю, как ее достать-то аккуратно. Я так понимаю, можно повредить очень легко. У меня есть коптер, поэтому я знаю, что с подвесом нужно очень нежно обращаться. И опять же, никогда не включайте этот подвес без камеры. То есть первым делом нужно ставить камеру. Мы будем вставлять GoPro 4. Хотя... Написано на упаковке, что только GoPro 3 и 3+, я уверен, потому что различий в принципе не должно быть. Я вам скажу, что крепление замысловатое тут. Ты видел, Саня, крепление? Ну, я на похожее вчера менял, на коптере. Достаточно простой, вставляешь камеру и все. Вот так? Я думаю, второй тоже надо включить. Отстой. То есть так быстро ее не поменяешь, это целый геморрой, вот в дороге, допустим. Я хочу защитить экран GoPro от липких пальцев и прочего. Все, такая вот крышечка. Это колпачок, да? Да, очень удобно, советую. Теперь можно спокойно... А где ты покупал этот колпачок? Я покупал на GoPro Market, стоит недорого, вещь полезная в этом самом. Интересно, ничего не сказано, как крепко надо крепить ее и не крепко. Ну, может, сказано, но мы не читали, нам пофиг. Это USB-шка какая-то, я так понимаю, обновлять, наверное, или может заряжать. Не знаю, что это за фигня. Ну ладно, что, давайте вставим батарейки. Сань, ну нужно всего 3 батарейки, кажется, нет? Думаешь? Или все же 4? В видео было 3. В видео было 3? Один на всякий случай, если фальшь. Я не понимаю, вообще достаточно странное устройство. Ну, ручка длинная, можно и 4, наверное, засунуть. Я так понимаю, где-то вот здесь она откручивается.
В какую сторону ставишь? Правильно? Ну да, туда, как обычно. Александр, я уверен, что ты неправильно вставляешь. Эти штучки туда нужны. Ну, а я так и вставил. Да? Ну что? Три батарейки, да. Очень странная штука. Почему три батарейки, а в комплекте 4? Ну, наверное, по три не выпускают батарейки. Я нажал включить. Все, она начала работать. То есть сейчас включены все три оси, я так понимаю. И можно. И зафиксировано положение вперед. Да. И зафиксировано положение вперед. То есть, что бы я ни делал, видео будет стабильно. Такая вот прикольная штука. Ну, единственное, конечно, если ты вот так будешь, то смысла нет. То есть нужно. Ну, то есть по четвертой оси нету стабилизации. То есть, соответственно, все равно руку придется держать, стараться максимально. Ребят, в общем, здесь есть кнопочка управления. Сейчас попытался разобраться, как это. В принципе, ничего сложного нету. То есть есть три положения. Согласно вот инструкции. Картиночка. То есть можно блокировать, можно повторять движение руки. Вот. В данной. То есть сейчас она ничего не делает. То есть вот она так из коробки, когда. А, нет, сейчас она как раз. Повторяет движение моей руки. То есть я вот поворачиваю руку, она поворачивается. При этом она стабилизирует вверх-вниз. Вот. Но при этом она повторяет движение моей руки. То есть можно проводки какие-то делать. Пейзаж снимать. Два раза, если нажмешь, она меняет угол. Вот. То есть можно ее в любое положение вывести. И нажать один раз, все, она зафиксировалась. И теперь она в этом положении держит ее постоянно. И при этом дальше повторяет движение руки. А теперь, если я зажму, я могу выставить ее, как мне нужно. И при этом она уже не повторяет движение руки. То есть она будет, что бы я ни делал, куда бы я ни двигал, она будет держать одно и то же положение. Ничего сложного, методом тыка вы сразу разберетесь, поймете, что вам нужно, какой момент снять. То есть, например, если вы какую-то точку снимаете и обходите там по кругу или там какую-то, делаете какое-то движение, то есть вам нужно одно. Если вы хотите, чтобы он повторял движение руки, вам нужно другое. Ну, то есть, в принципе, вещь прикольная. Попробуем что-то поснимать. И обязательно вам покажем и расскажем. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Как вы считаете, стоит эта штука 15 тысяч рублей или не стоит? Я считаю, что если вы фанат GoPro и часто на нее снимаете, то, конечно, или, например, как у Санька, вот он хромает, ему обязательно такая штука, потому что, да, можно снимать себя. Могу у себя идти и вот так вот снимать таким образом. И, соответственно, если рука у тебя взад вперед ходит, нет, вперед-назад получается, ты же хромаешь, допустим, да, у тебя остается примерно тот же уровень. В принципе, удобно. И вот захотел повернуть, показал плавненько, что вокруг тебя происходит. В принципе, вещь прикольная. То есть, если вы фанат съемки там и реально снимаете на GoPro, то вот вам самая идеальная стабилизация. Так как эта стабилизация уже проверена на квадрокоптерах, картинка получается плавной, красивой. Вам не будут писать в комментариях: автор, убей себя. Вот, на этом у меня все. Тест видео обязательно выложим, который и сравню как раз с GoPro 4, с GoPro 3, который уже давно обещал сделать. Так, всем пока!